Итак, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новое что-то странное в Майнкрафте. Это каждый раз буду говорить, когда не буду знать, как назвать эту серию и данную рубрику. Это будет что-то странное, потому что у нас новый челлендж в Майнкрафте. Если вы помните, недавно был челлендж. О, господи, мне уже страшно. Если вы помните, недавно был не двигайся челлендж. Сейчас... О, нет, нет! Той... Короче, твою матушку. И чё? Охренеть, а! Каждый раз, когда я буду наступать на какой-то блок, все подо мной будет проваливаться, да твою ж то мать! Да как-то сложно выжить, ребят! Я пока ни хрена не поймаю! Все, 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 успокойся, успокойся, мне нужно отсюда выбраться. Я просто выбираюсь, ребята, все нормально, все, сейчас справимся, мы просто берем блоки и подпрыгиваем, 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 и я выбрался. Замечательно, я просто побежал. Твою матушку, да чё, что такое? О, я шахту нашел, нормально. Короче, это будет самый сложный, самый ненормальный челлендж, который я когда-либо выполнял. Замри! Или умри. Вы уже понимаете то, что как только я буду наступать на какой-то блок, он сразу же подо мной будет проваливаться. И учитывая, что этот ролик идет 1,5 минуты, я уже успел умереть, ну, примерно 4 раза. Поэтому вы сами понимаете, насколько этот челлендж будет жестокий. Но! Ставь лайкусик, если хочешь продолжение. Если мы наберем 25 тысяч лайков, ты всегда знаешь, Эдисон слова на ветер не бросает. Я даю тебе зуб свой и свое слово, то, что... Если ты не поленишься, если ты прямо сейчас поставишь лайкусик, и мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, я хоть завтра выпущу продолжение этого челленджа, и также в описании оставлю ссылочку на команду, с помощью которой можно добавить этот челлендж в свой мир Майнкрафта. Поэтому поставь лайкусик прямо сейчас, а мы... Ну... Я с мира выпал, в смысле?! Ребята, поддержите, пожалуйста, меня подпиской на канал, потому что, как вы уже знаете, в скором времени у меня 3 миллиона подписчиков будет. Я очень сильно надеюсь, что я смогу набить 3 миллиона подписчиков до конца этого месяца хотя бы, или до конца лета. Поэтому поддержите меня, пожалуйста, лайкусиком. А я побежал! Успокойся, успокойся, успокойся. Побежали! Побежали, хватит, хватит проваливаться, хватит, пожалуйста, проваливаться. Ребята, как вы думаете, как... Долго я смогу прожить в этом мире. И смогу ли я хотя бы добыть... А! Я извиняюсь за реакцию. Нет! 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 И смогу ли я хотя бы добыть нужные мне ресурсы, чтобы скрафтить каменную кирку? Я не знаю. Так, все, я стою на месте. Когда я стою на месте, ничего не работает, да? Если я иду вперед... Вперед... Блоки начинают проваливаться. Если я ставлю под себя блоки, допустим... Один, два... То все нормально. Тихо. Если я ставлю под себя блоки, то все нормально, да? Ничего не проваливается. То есть я могу забрать еще, допустим, вот этот блок, да? Ага, он слишком далеко. Вот этот блок и поставить под себя. Да? Да, все, зашибись. Прыгаем, 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 прыгаем и убегаем. Нам нужно найти первое дерево, которое мы сейчас срубим. И добудем хотя бы обычные мне. Тихо. Не трогаем. Просто копаем нужные нам блоки и поднимаемся наверх, да? Да? Вот быстренько, 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 быстренько. Опа! Да, тихо, тихо, тихо. Опа! Прыгнули, прыгнули, прыгнули. Чтобы вы понимали, я даже обычным бегом не могу бегать, потому что если я обычным бегом буду бегать, я сразу же начну проваливаться. То есть мне нужно бегать и одновременно прыгать. Если я не буду прыгать, я также буду умирать, поэтому... А! Прыгнули, 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 прыгнули и побежали вот сюда. Вот сюда останавливаемся, вот тут. Тихо. Ломаем блоки. Пожалуйста, просто ломаем блоки. Харе мычать, корова, сейчас и ты тут провалишься мне. Тихо, тихо. Уйди, сгинь, нечистая сила. Прыжок! Стали. Не-не-не-не-не-не-не-не, тихо, тихо. Эдисон, успокойся, почему все так резко? Корова! Остынь! Оп, быстренько. Оп, дайте мне, пожалуйста, землю, я не знаю, дайте мне землю. Спасение, дайте мне спасение, пожалуйста. Один... Два. Все, все. Это мы поднимаем, делаем сразу же верстачок. Делаем верстачок, прекрасно. Ставим верстачок куда-то вот сюда. Я не знаю, вот сюда ставим. И сейчас делаем первые наши инструменты. Ебой! Я сразу же смогу себе сделать кирку. Но, к сожалению, меч я не смогу сделать, потому что у меня не хватает ресурсов. Поэтому за... Нет, не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте мы просто сломаем еще вот это дерево. Прыгнем! Тихо, 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 успокойся. Почему ты так далеко отлетаешь, дерево проклятое, а? Просто, просто еще одно давайте сломаем. И прыгнем сюда. Нужно сломать еще вот это, чтобы я дальше мог прыгнуть.
Хромичат, мать твоя! Опа! Все, все, все. Опа! Все нормально. Опа, все нормально. И прыгнул сюда. Все за. Ёханый бабай, как же вы тут все проваливаете? Не-не-не-не-не! Тихо! Да чего ж ты так сложно, ребята? Я не понимаю. Раз, два, три. Да ёпер. Тихо, 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 я. Тихон! Тихон Михайлович! Все, быстренько крафтим себе меч. Это не меч, это кирка опять. Крафтим себе меч. Прекрасно, все. А что я сделал? Я дебил. У меня настолько сейчас паника, то, что я скрафтил себе просто... Просто палки. Все. Ломаем верстачок. Забираем его. Хуя! Все, забрал, забрал. Тихо, тихо, спокойно, спокойно. Мне нужно добыть себе еду. Опа, опа. Так, тихо. О, один, два, три. Му-му, караму, в карамысли тебя нагну. Так, тихо. И ядрёна матрёна. Ты где, сволота? Говядина моя! Подойди, да. Сейчас, сейчас же я тебя найду, сейчас я тебя найду, я правда не знаю, где ты, но сейчас я тебя... Да, да успокойся ты! Да... Нет! А... Оп, 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 побежали, 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 побежали! Корова, корова! Я хотел сказать корова, какая корова? И мне интересно, какая корова, какую я бил корову? Опа, вы понимаете, насколько я должен быть мастером в Майнкрафте, то что... Опа! Тихо, 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 тихо. Вы понимаете, насколько я должен быть мастером Майнкрафте, я сказал. Потому что мне нужно бегать и одновременно копать ресурсы, одновременно убивать животных, одновременно строить себе дом и одновременно убивать монстров, чтобы выжить. Не, мне кажется, то, что лопата мне 100% пригодится. Поэтому давайте мы сразу добудем нужное количество камня и просто рипнемся. Воскресимся и сразу все себе приготовим. Так. Погнали. Пропасть, я не знаю куда. Просто давайте с мира выпадем. Ху, так, опа, сюда. Да твою ж та матушку, раз, два, пожалуйста, пустите меня, пожалуйста. Что ж я такого натворил, то что вы надо мной, ребята, так издеваетесь. Заставляете меня проходить всякие такие дурацкие челленджи, ядрёна матрёна, раз, два. Оп, тихо, 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 миленький мой. Тихо, сейчас мы выберемся. А, замечательно, ночь наступает. Замечательно, просто замечательно. И что мне сейчас делать? Мне просто так бегать и все? Та-т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 а. Если я, допустим, в реальной жизни захочу пойти в туалет, то мне нужно будет вот так это все делать, да? Кать! 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 Подойди, подержи, пожалуйста, тут кнопочки, я сейчас пойду пасу, а то я уже просто не могу. Катя! Кать! А я реально в туалет хочу. Что делать? Ставим верстачок. И мне сейчас нужно сделать себе нормальную лопату. Вот, каменную лопату мы сразу же с вами делаем. И ломаем верстачок и убегаем отсюда как можно дальше. Я там видел, была деревня, поэтому я надеюсь, что в этой деревне будет что-то полезное. 4 скелетрона заспались в одном месте. Скелеты пошли в пень. Спасите меня, носатые, 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 носатые. Уйдите, уйдите, сраный. Иди сюда. Я его с одного удара убил, нихрена. Иди сюда, охота на зайцев открывается. Опа. Крипер, не, все нормально, я просто сейчас выберусь, я просто накопаю себе немножко. Оп, оп, да, все замечательно, все просто прекрасно, жизнь прекрасна, как обычно, я просто накопал себе немножко песочка и выбираюсь наверх, да, все нормально, никого нет, кто меня может убить, кроме двух скелетов и двух эндерменов, которые возле меня находятся, так все нормально, жизнь прекрасна, уйдите, нечистая сила, изыди, вернитесь в ад, ты что, за жопу там скелета, дайте посмотреть, за жопу скелета трогаешь эндермен, не? Чё там, эндер... Всё, да, всё, я понял, я ухожу, не буду прерывать ваши там бурные ночи в Майнкрафте. Так, криперюга, я вижу, а, ух ты, нихрена себе, какая огромная деревня. Жители, помогите, пожалуйста, у меня тут шило в заднице, я остановиться не могу, если я остановлюсь, то я сразу же умру. Жители, вытащите, пожалуйста, шило из задницы, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй, куда, в какую сторону бежать? Жители! Не будьте равнодушными, мне нужна помощь, поддержка, скиньтесь на лечение, пожалуйста. Скиньте, пожалуйста, на лечение, я не знаю, что мне делать. Паук! Так, мне нужно похавать. Оп, прыгаем. Это как? Это что сейчас было?
Это там сыпучие пески были или как они там называются? Я просто стал на один блок, который провалился, а в итоге провалился почти весь мир Майнкрафта. Ну, не весь, я как бы завуалировал очень сильно и утрировал, но мне кажется, что много там всего провалилось. Королячина! Идите сюда! Вот, смотрите, смотрите, сколько провалилось. Я просто обрушил один блок. Один блок, а в итоге провалилось практически все. Все хорошо. Я надеюсь, что вы тоже, ребята, не паникуете, то, что все хорошо. И я просто продолжаю... Продолжаю, я сказал, бежать дальше. Не застревать в одном месте, а продолжаю бежать дальше. Вот, допустим... Вот сюда. Так, что у нас тут есть интересного? У нас... О, кстати, а может вода мой спаситель? Я даже об этом не задумался. Может вода мой спаситель, и вода не будет меня убивать? Да! Не, ну как бы вода тоже как-то у меня странно под ногами проваливается, как вы видите. Че это за хрень, ребята, смотрите, как вода у меня под ногами проваливается. Но в итоге она как бы обратно возвращается, потому что это, можно сказать, бесконечный источник воды, озера, реки, поэтому я могу в воде находиться вообще, мне кажется, бесконечно, или нет? А если я упаду, допустим, вот сюда... Ух ты, ёханы было, там уже смотрите, сколько у меня всего интересного. Ядрёна мать, смотрите, если я shift нажму, то подо мной просто все проваливаться начнется. Смотрите, там уже даже дошло до бедрока, видите, там бедрок. То есть там уже просто пропасть в бесконечные просторы нашего Майнкрафт-мира. Если не двигайся, челлендж еще как-то позволял тебе выживать, то что ты с помощью шифта мог телепортироваться в определенном направлении, то вот этот челлендж... не шевелись, не... Нет. То вот этот челлендж, замри челлендж, вообще как бы убивает всю твою психику. Паучина, ты там не захлебнись водичкой случайно? Кролятина бегает, Охота на кроликов, охота на кроликов! Хуе... Иди сюда... Хуй... Опа! Иди сюда! Где еще один? Я еще одного видел, ты куда спрятался? Ты прячешься тут за кактусом, небось, где-то, да? Кролятина! Кролятина... Где... Ребята, где кролик, я не вижу, а? Хуй... Ты где, сволочь? Иди... Хватит в ямы всякие запрыгивать! Только я в ямы могу попадать и потом с них выбираться. Иди здесь. А, все, он оттуда не сможет выбраться. Да? Давай, выбирайся! Давай, будь как мужик, а не будь как кролик. Бездушный, бессердечный. Мне нужна хавка. Мне нужна хавка. Кролик. О, молодец какой, смотри. Прыгай ты, конечно, выше умеешь, чем я. Давай, выбирайся. Да, иди. Да собака ты такая! С ушами огромными! А он сам умер, не? Нет, он там жив. Я должен пожертвовать собой, вытащить бедного кролика. Ты где, кролик? Кролик! Я не вижу кролика. Все, он рипнулся. Да, мне кажется, кролику жопа настала. Ладно, ничего страшного. Я еще одного найду. Ну, я вообще на это надеюсь. То, что я... О, да, я сказал то, что я еще одного найду. Я еще одного нашел. Иди сюда. Ребят, я чуть ни хрена не понимаю. Иди сюда! На! Да, как вас сложно догнать, слушайте! А как бы еще, вы еще понимаете то, что... Не! Ладно, мне кажется, на этом уже можно закончить, потому что это просто дурдом. Давайте мы сделаем так, чтобы следующей серии вообще не было, потому что если следующая серия будет, я не знаю, как я буду выживать в этом мире. Поэтому давайте сделаем так. Если вы хотите еще больше меня помучить, ставь лайкусик на этот ролик. Если наберем 25 тысяч лайков, я уже дал тебе свое слово, я сразу же выпущу следующую серию. Вот я знаю то, что я уже ненавижу этот челлендж, я его просто... Я уже его ненавижу, но я обещаю то, что я выпущу следующую серию, если ты все же хочешь меня помучить. Ставь лайкусик, подписывайся на канал, чтобы мы с вами как можно скорее... Чтобы мы с вами как можно скорее набрали 3 миллиона подписчиков. Я скажу тебе огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Мне нужна психологическая помощь после этого челленджа. Вызовите доктора, а?